эфире программа «Тема дня». Меня зовут Валерия Королева. Здравствуйте. Осень не только период, когда массово россияне отправляются в теплые страны, чтобы каким-то образом продлить себе лето. Ну и, конечно же, сезон инфекционных заболеваний. ОРВИ, ОРЗ, грипп, в этом году еще и коронавирус. Инфекционное заболевание, которое коснулось, в принципе, всего мира. Тем не менее, риски свалиться с инфекционным заболеванием не для всех повод отложить отпуск. Сегодня мы поговорим, куда же все-таки летают отдыхать жители Тверской области, или же предпочитают все-таки путешествовать по стране, с какими трудностями они сталкиваются. Ну и, конечно же, как обстоят дела с путешественниками именно в Верхневолжье. Помогут разобраться сегодня в этом вопросе гости в студии. Это менеджер по туризму Елена Асина. Здравствуйте. Экскурсовод, который встречает уже у нас гостей, это Любовь Репина. Добрый день. Врач-инфекционист Виктор Константинович Макаров. Всем привет. И турист, недавно вернувшийся из Турции, Евгений Корчагин. Здравствуйте. Начнем, пожалуй, с того, что после долгого перерыва, связанного с пандемией, возобновились продажи туров в другие страны, в частности, в Турцию. Елена, расскажите, куда сейчас, в принципе, возможно выехать, да, и куда предпочитают ездить жители Тверского региона? Ну, как правильно вы сказали, Турция на первом месте у нас сейчас, поскольку в Турции самый простой режим, да, касательно коронавируса, то есть там просто по прилету измеряют температуру. Если температура небольшая, все в порядке, если температура большая, тогда уже сдается на месте тест на коронавирус. Вот до этого, август-сентябрь, это был наш юг, соответственно, это там Геленджик, Сочи, у нас Крым, да, сейчас уже там прохладно довольно-таки, поэтому сейчас на октябрь в основном у нас Турцию бронируют. Про новогодние туры уже интересуются тоже, вот сейчас, опять же, по России в большей степени. Всего остального пока у нас опасаются граждане. Вот у нас открылись Эмираты, но там обязательный тест на коронавирус, поэтому пока вот люди интересуются, но лететь туда пока боятся. Поэтому пока Турция у нас основное направление. А что еще, куда еще реально вот сейчас выехать, помимо, да, помимо Турции? Ну, смотрите, Египет, это Доминикана у нас пока еще в стадии переговоров. Пока, если по факту говорить на текущий момент, это у нас Египет, это у нас Эмираты. Вот, но там обязательно справки, то есть не менее 72 часов должно пройти с момента того, как ты взял справку, до прилета. Обязательная страховка медицинская, которая именно покрывает лечение от COVID. Вот, поэтому вот это такие направления, куда люди вообще в принципе рассматривают. А также можно в Грецию полететь, там есть ограничения. По количеству туристов это 500 человек в неделю, также Великобритания, но опять же везде свои меры, вот, из того, что популярно тогда. Также Южная Корея открылась, но особой популярностью не пользуется это направление сейчас. А часто ли сейчас вообще летают с детьми или все-таки предпочитают как-то... Вы знаете, с детьми в большей степени это все-таки по нашей стране, это наш юг. С детьми как-то пока, опять же, побаиваются в другие страны, да. А вот в Турцию несколько семей интересовалось, но пока по факту только на наш юг с детьми летают, то есть боятся последствий, карантина и так далее. Любовь, хотелось бы вас спросить, да, как обстановка у нас в Верхневолжье с туристами из других регионов? До июня обстановка была отвратительная. 3 месяца экскурсоводы все просидели дома, потому что нам было запрещено водить экскурсии. Это было небезопасно, мы понимали сами. Ну а с середины июня, с конца июня поток увеличился в разы. И сравнивая с предыдущими годами, хочу отметить, что туристов стало больше. Плюс турист пошел совершенно иной. Экскурсанты стали более высокого, наверное, материального уровня. Чаще и чаще в этом году на экскурсии мы слышали такие фразы, что мы мало вообще путешествовали по России, но так как сейчас все зарубежье закрыто, мы решили исследовать то, что неподалеку. Поэтому, резюмируя, скажу, сравнивая с предыдущими годами, по крайней мере, моя личная практика, мое личное количество заказов увеличилось в 2-2,5 раза. Это так. А это все-таки какие регионы? Соседние, да, губернии? Если раскладывать по процентовке, примерно 80% это представители жителей Москвы, 15% Санкт-Петербург, 5% это остальные регионы. Все-таки нам повезло в Тверской области и Твери в том, что мы стоим на пересечении очень многих путей автомобильных и
железная дорога через нас проходит в середину 19 столетия, которая связывает две столицы. Поэтому прибывают активно из двух столиц. Но это, наверное, и логично. Там и люди денег побольше зарабатывают, они могут путешествовать по России. А хотелось бы еще спросить про меры безопасности. Это провокационный вопрос, сказала бы я так. Да, извечный наш этого периода времени, этого сезона вопрос про маски. Я буду честной, потому что врать не люблю. В июне, в июле еще люди приезжали. Нет, маски есть у всех, это безусловно. Но, честно говоря, в жару находиться 3 часа на экскурсии, если это пешеходная экскурсия по Твери в маске, это нереально, это правда, это сложно. Мы соблюдаем социальную дистанцию. Я всегда отхожу от слушателя на расстояние 2 метра. У меня есть усилитель, и этого звука достаточно, чтобы меня люди слышали и чтобы я не приближалась к ним близко. В автобусах во время переездов, если говорить о групповых турах, мы просим надеть маски. И везде стоят антисептики, везде стоят вот эти вот, как сейчас называются, аэрозоли, которые дезинфицируют воздух. Во всех музеях там, вот там, как говорится, строже всего. Там соблюдается на все 100%. Это не только маски в ряде музеев, это еще и перчатки, без которых они попросту не пустят. Ну, благо, что у кого нет своих средств защиты, можно будет приобрести за какие-то вот буквально рубли в том же самом музее. Поэтому кто-то соблюдает, кто-то нет. Но вот так в идеале, как, например, в той же самой Турции, да, этого нет. Угу. А, Виктор Константинович, какие меры безопасности стоит соблюдать, собираясь в путешествие? Ну, прежде всего, надо подумать о том, что медицина везде разная и не везде качественная. Поэтому, собираясь в путешествие, надо взять с собой аптечку обязательно, в которой должны быть средства от диареи, от повышения температуры тоже, парацетамол. Вот. Препараты, антигельминтики, возможно, но обязательно взять с собой бинты какие-то, вату и в этом плане. И прежде чем поехать куда-то, нужно узнать, эпидемическая обстановка какая в этой стране. Ну, кроме культурных традиций, в некоторых там нельзя ходить с голыми руками и так далее. Вот. И кроме того, когда, если где-то в тропических странах, нужно очень внимательно следить за своим помещением, где вы находитесь. Должны быть обязательно окна, противомоскитная сетка, двери должны плотно закрываться, потому что бывают случаи, когда заползают и змейки, и другие ядовитые насекомые, скажем так. Вот. Ну и прежде всего, конечно, соблюдать определенные правила, потому что заразиться можно по-разному. Ну, например, возьмем элементарное море. Так, элементарно. Что в море можно подцепить? Можно подцепить при купании такие вирусные инфекции, как ротовирусная инфекция. Можно поиметь кишечную палочку, то есть диарея вам гарантирована на неделю, если будет хорошо, кто-то будет хорошо лечить. Ну, и чаще всего бывает здесь такое заболевание, вот, которое называется диарея путешественников. Передается с недостаточно хорошей водой. Да, и, конечно, воду лучше пить бутилированную или уже, если не такой вы сможете, значит, прикипятить. Холера, пожалуйста, через воду. Вот. Ну и если человек отдыхает на пляже, тут можно получить не менее приятный сюрприз в кавычках. Это герментозы всевозможные. Как однажды сказал Виктор Васильевич Малеев, академик, каждый четвертый приезжающий из тропических стран приводит с собой амебиаз. Это амебная дизентерия, которая обычными антибиотиками не лечится. Вот. Дальше. Каждый седьмой привозит малярию, и почти все привозят глисты. Так вот, через песок. В песке находится микоза, это грибковое заболевание. Прекрасно сохраняется при теплом климате и во влажной почве. Дальше гепатит. Гепатита в этих странах, гепатита, который у нас сейчас нет практически, 1-2-3 случая в год регистрируется, у них там этого достаточно. Это чисто, это может быть просто обыкновенная вода. Лептоспироз есть в такие территории. Но песок, опять же, от рубевида лишай. Приезжал человек на пляже на мокром песочке, получил удовольствие. Вот. Ну и еще такое явление, которое у детей
можно наблюдать, с которым очень трудно бороться, это бородавки и контагиозный моллюск. Вот так. Ну и, конечно, надо смотреть, в какую страну едете, там, где есть особо опасные заболевания, вот, надо очень аккуратно. И, соответственно, вот еще такой момент, малярия, который нас, как бы сказать, не помнят. Вот перед отъездом нужно начинать принимать препараты типа Делагила, а люди не принимают, уж горький вкус. И по возвращении, там весь период окажется вкусная пища, вот. И по возвращении оттуда тоже она уже зарегистрируется в кабинете инфекционных заболеваний с вирусом тропической страны и принимать еще неделю минимум. Угу. Вот. Это программа «Тема дня». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Тема дня в эфире. Сегодня мы обсуждаем, каково путешествовать в период инфекционных заболеваний. Это и острые респираторные заболевания, в том числе коронавирус. Вернемся к нашей беседе. Мы остановились на вопросе, что же ждет путешественников в далеких теплых странах. Ну и, конечно же, какие подводные камни их ожидают. Под подводными камнями я имею в виду как раз инфекционные заболевания. Виктор Константинович, вы говорили про как раз-таки малярию, да, что это опасное заболевание. Да, малярия последние лет 5 в количественном отношении значительно выросла в странах, допустим, территориях Северной Индии, Средний и Ближний Восток, Средней Азии, в разы просто. Вот. Поэтому, если раньше у нас лет 20 малярия была экзотика, теперь это обычная болезнь. И ситуация усугубляется тем, что если человек, прилетевший с малярией в инкубационном периоде, развивается клиническая картина здесь, наши комары, мерзавцы, научились ее тоже передавать. Так что у нас уже малярия, особенно вот в районе Куйбышева, там тепло, Волга течет медленно. Водохранилище Куйбышевское, зона Жигулей, там мы зарегистрировали случай своей малярии. Приехал больной, вот с лихорадкой с небольшой, комары насасываются и передают. И тем более теперь комары хитрые стали. У них нет такой особенной посадки. Раньше посмотрел, как комар сел, это малярийный. Так. А теперь они садятся, как обычные комары, поэтому вот, это трудно диагностировать, определить. Евгений, вы недавно вернулись из Турции. Вы летали, вы перед программой рассказали, что с всей семьей, в том числе с детьми. Да, ну вот мы уже до программы «Счастливой любовью» поговорили. Я, получается, вернулся с семьей из Турции в начале сентября. И что могу сказать из своего опыта, да? Нужна в Турции обязательно маска. Тест по прилету сдавать не нужно, в Турцию, я имею в виду. Проверяют температуру на входе в аэропорту. И как было у нас, то есть это был конец августа, начало сентября, всем было, ну, наплевать на маски. Главное, чтобы в магазин ходил в маске и был в аэропорту в маске. Все остальное, это довольно формальные требования были. Измерение температуры измерялось куда-то там в сторону. Да, щелкнули там, да, ну, вроде выглядишь хорошо, значит, проходи. Вот так это было в Турции в конце августа, в начале сентября. Но вот Любовь сказала, что у них уже было жестче в Турции. Когда вы были? Мы вернулись 20 сентября, было гораздо жестче, потому как в аэропорту просто не давали никому находиться. И я хочу отметить, что в турецком аэропорту, например, то же самое, рассадка на сиденьях была гораздо жестче ограничена в плане дистанцирования, нежели в Шереметьево. Там просто были перевязаны вот эти вот сиденья, вы тоже наверняка так же в Италии, было не сесть. В отношении масок было жестче в разы, нас просто напугали ужасными штрафами, они правда были. Поэтому даже перемещаясь на экскурсии в маршрутке, в минивэне, в микроавтобусе, мы все находились в масках, но без перчаток. На территории отеля можно. Там уже было, ну, на территории отеля невозможно в плюс 30 находиться в маске. Да, в маске, это, да. А по поводу вот прилета Шереметьево, да, опять же хочу отметить, сложилось очень интересное впечатление, когда мы вылетали в августе, да, задача нашего государства стояла в том, чтобы я не заразился при улете, а когда я прилетел, всем уже было наплевать. То есть никто не просил у нас в Шереметьево надеть маску, ничего. Пожалуйста, проходите, делайте все, что хотите, садитесь, где хотите. То есть никакого ограничения по социальной дистанции, да, санитарной дистанции, никакого не было. А также по прилету, как мы все знаем, да, необходимо сдать тест ПЦР на коронавирусную инфекцию. Сделать это можно в аэропорту, но в Шереметьево была очередь, опять же, да, либо уже по приезду в Тверь. Здесь в течение 3 дней нужно сделать тест,
есть много клиник, не будем сейчас их называть, да, цена вопроса, давайте озвучим цену вопроса для радиослушателей, чтобы понимали, это где-то от 2,5 до 3000 рублей на человека, если вы сдаете в аэропорту. Да? Если вы сдаете на Дарвина 13, но мы не будем называть название, 1500 рублей. Полторы тысячи рублей, да, на Дарвина 13. У меня вопрос, кстати, сразу к туристическому агентству. А как-то вот эти цены повлияли на отток туристов? То есть, если человек летит, у него там семья, 4 человека, он прикидывает, что надо еще там 12 тысяч выложить по прилету в Шереметьево. Отказывались люди? Или они говорят, мы нам Турцию скучаем? Знаете, чаще всего люди отказываются, узнав о том, что вообще в принципе нужно сдавать тест для того, чтобы полететь в определенную страну. То есть их, в принципе, сам этот факт пугает, что нужно искать, где сдать этот тест. Даже не доходила речь о ценах. Говорят, давайте тогда выберем сразу вариант попроще. Говорят, а что насчет нашего юга, что насчет Турции? Вот, в общем-то, на этом чаще всего, когда говоришь, что тест обязательный, ищут другие варианты. Говорят, давайте тогда мы отложим, наверное, наши полеты в другие страны на более позднее время, когда уже не нужно будет сдавать тесты. А не было таких туристических программ, которые стоимость теста включали в стоимость тура? Нет, пока от туроператоров нам таких уже с включенным тестом программ не приходило. Нет, такого теста. Да, тест идет всегда отдельно, тест ложится полностью на плечи туриста. Как, где он его будет сдавать, как он его будет сдавать, за какие деньги, это все на совести туриста всегда. Евгений, а с какими вообще, в принципе, вы трудностями столкнулись, да, помимо вот именно тест-контроля? Честно, трудностей абсолютно никаких, то есть, ну, скажем так, у нас всегда была с собой дежурная маска, которую нужно было надеть при входе в магазин. Вот и все. Больше теста трудностей никаких. Мы прекрасно понимали, что эта маска нас ни от чего не защитит, потому что перед входом в магазин в Турции стояла толпа народу без масок, да, потому что было ограничение по количеству людей в магазине. Все толпятся перед входом, а потом также толпятся внутри магазина. То есть, ну, других каких-то ограничений, ну, мы не заметили, кроме того, вот неудобства, что в аэропорту не везде сесть, и в аэропорту в Анталии было очень жарко, и приходилось стоять в маске, потому что, да, действительно, каждый раз подходили, надень маску. Других трудностей никаких. А, Елена, а какие вообще меры предосторожности должен, да, соблюдать турист? Ну, мы в первую очередь рекомендуем всем туристам, которые собираются за границу на отдых, обязательно оформить страховку специально, потому что не все страховые компании, в принципе, делают такие страховки, которые покрывают коронавирус, именно случаи заражения, вентиляции легких и так далее. То есть это отдельный момент. Она именно на коронавирус, именно для ковида эта страховка, или она еще что-то включает, какие-то еще заболевания? Смотрите, вообще в любой практически страховой компании есть стандартная страховка, которая в случае действует там каких-то таких экстренных ситуаций, то есть там, да, грубо говоря, там упал, сломал ногу там, и так далее, да. И есть страховка, которая стандартная, но с добавлением отдельных пунктов, в том числе и входит коронавирус в эти пункты. То есть по пожеланию туристов можно с увеличением, естественно, суммы, да, с этой страховки, стоимости этой страховки, добавить отдельные функции. Соответственно, коронавирус нужно выделять всегда отдельно, когда вы берете страховку, потому что если вы придете, скажете, что вам нужна там стандартная страховка, скорее всего, коронавирус туда включен не будет. То есть нужно обязательно уточнять этот момент. То есть это первое, что мы рекомендуем обязательно. А вот такой острый вопросик, ценник на страховку. Смотрите, ну если стандартно, допустим, да, страховка была евро в день на человека, это, да, для шенгенских, для всех стран было, а для Турции у нас 1,5 евро на человека, то, допустим, если поставить функцию именно, которая входит в коронавирус, это будет в 3 раза дороже в среднем. Но опять же, смотря какая страховая компания, их очень разнятся сильно ценники на их услуги, тем более сейчас рост курса евро, рост курса доллара, у всех страховых компаний очень выросли ценники на страховки. Особенно с учетом вот распространения инфекции. Они под эту тему очень многие подняли ценники. А помимо страховки? Помимо страховки обязательно с собой берите антисептик, обязательно берите маску, потому что, как правильно Евгений сказал, у нас тоже наши туристы, которые ездили в Турцию, обязательно, то есть только на территории отеля можно находиться без маски, везде, где ты куда-то выходишь, ты в трансфере, или пока ты добираешься, или ты на экскурсии, обязательно везде должна быть с собой маска, антисептик. Всегда рекомендуем туристам, куда бы они ни отправлялись, даже
даже на наш юг. Рекомендую всегда брать с собой, потому что везде чревато штрафами, особенно за границей чревато штрафами. Угу. Виктор Константинович, а какова клиническая картина, да, коронавируса? И реально ли заразиться им, нося маски, перчатки? Реально. Потому что ни одна маска не обеспечивает стопроцентной защиты. Это во-первых. Во-вторых, не существует специальных масок для защиты от коронавирусной инфекции. А вот последствия ношения маски могут быть очень неприятными. Потому что человек выдыхает углекислый газ, а это среда, в которой размножаются микроорганизмы, особенно микобактерии туберкулеза. И простите, конечно, лучше перенести пневмонию, чем заразиться туберкулезом. На этой маске, на внутренней поверхности, эти микробы прекрасно размножаются, потом вы вдыхаете то, что выдыхаете. Поэтому, ну и крыстук. Поэтому, пожалуйста, такая ситуация неблагоприятна. Кроме того, существует подсос воздуха где-то через открытые поверхности. Вот. Поэтому маска 100% не защищает. И еще я бы хотел остановиться. Маска – это вещь опасная, если носить ее на улице. Она не нужна на улице. Ветер, чистый воздух, насыщен кислородом, убивает микробы лучше гораздо вокруг вашего лица, чем та маска, которую вы одели, и в которой все это будет гнездиться. Это первое. Ну, конечно, вот согласен с коллегами, что да, маска нужна в общественных местах, в магазине, там, где есть люди, ну, допустим, в общественном транспорте. Вот. Но если и прежде всего маску должен носить кто? Больной человек, чтобы не заразить других. Вот. А здоровому человеку маска, в принципе, не нужна, если он на улице, на свежем воздухе. Ну, это примерно то же самое, что, понимаете, пить в болоте не живут рыбы. Почему? Там кислорода мало. А вот в реке, если кислород должен быть больше 5 миллиграмм на литр, то есть на кубический метр, рыбы есть. Вот. Вот такая же ситуация. Кислород воздуха – прекрасный антисептик, прекрасное средство для дезинфекции. Поэтому вот на открытом воздухе я считаю, что, и не только я считаю, нормальные ученые так, инфекционные специалисты считают, это делать не надо. Но вот где люди есть, да. Ну и расстояние это условное 1.5 метра, это тоже несерьезно. Потому что при кашле, при чихании 4 метра разлетается, при кашле 2 метра. Вот. Угу. Вот поэтому больному человеку надо носить, чтобы он не маску, чтобы он не распространял, не распылял инфекцию. Угу. Любовь, а туристы приезжают в Тверскую область, им, допустим, температура изменяется или какие-то анкеты заполняют? Есть такое, нет? Смотрите, если мы говорим о туристах индивидуальных, которые приезжают семьями, естественно, главный вопрос этого лета от туристов к нам и от нас к ним был: не болеете ли вы, не чихаете ли вы, нет ли у вас температуры. Мы тоже боимся заразиться, мы экскурсоводы на острие атаки. Но, по крайней мере, когда приезжает группа организованная, когда ее везет какой-то московский туроператор, либо санкт-петербургский, не были оснащены автобусы ни тепловизорами, ни чем-то еще. Да, у всех были маски, были антисептики, анкеты не заполнялись. Ни по приезду, ни по отъезду. И, естественно, у нас на территории Тверской области и вообще, по-моему, в нашем российском внутреннем туризме эти тесты, эти подтвержденные, неподтвержденные результаты анализов, они не нужны. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, нет, мы не забирали температуру, мы не собирали анкеты. Мы просили, вот если кто себя нехорошо чувствует, лучше оставаться дома и не подвергать риску ни себя, ни всех остальных. Угу. Елена, а часто ли случается, да, что человек заболел, уже прилетев в страну? Знаете, у нас пока среди наших туристов такой практики не было, чтобы действительно кто-то заболел, и имеется в виду именно коронавирус, я так понимаю. Вот, поэтому, ну, в любом случае, если такое произошло, нужно, опять же, сразу обращаться в свою страховую компанию, чтобы они уже связались с представительствами в стране и определили вас на лечение в определенную клинику, с которой они сотрудничают, и в дальнейшем уже там вам будут оказывать медицинскую помощь. Вот, если такое вдруг произошло. Пока, слава богу, среди наших туристов такого не было. То есть пока случаев не возникало? Пока случаев, да, именно у нас таких не было. Ну, вот случай, да, поехал турист отдыхать с семьей, он заболел.
а семья его вроде бы пока и нету признаков, да? Что будет? Смотрите, практически во всех отелях сейчас предусмотрены отдельные комнаты для изоляции тех, кто был непосредственно с тем, кто заболел. То есть все члены его семьи будут помещены в отдельный номер, изолированные от всех остальных на, соответственно, 2 недели по стандарту. То есть они будут содержаться отдельно. Это за дополнительную плату туриста? Смотрите, нет, оговаривается, что дополнительной платы за это нет, но поскольку на практике пока такого не было, эта информация не проверена. Соответственно, туроператоры указывают, что это не оплачивается дополнительно. То есть, когда мы были в отеле, нам принесли бумажку, что вы можете сдать тест на коронавирус, мы приедем, сами сделаем ПЦР у вас в номере за 72 часа до вашего вылета, но если мы обнаружим у вас коронавирус, мы оставим вас на 14 дней по 30 евро за каждый день с человеком. Вот, так что есть ли смысл там сдавать, да? По факту, да, видимо. Ну, да. Вы упомянули, что должна быть оформлена страховка, да, за определенную сумму. И, соответственно, вы сейчас сказали, что если вдруг человека задерживают на карантин, да, то как это вообще дальше будет оплачиваться, как он дальше улетит домой, кто это оплатит? Смотрите, ну, по тому, как указано у туроператоров, да, то оплачивается обратный билет туристу, который, если бы из-за подтвержденного коронавируса, остался там, соответственно, еще на 2 недели, вот, а также проживание. Но поскольку фактических случаев таких не было, да, у нас по факту, мы можем только вот основываться на информации, которую туроператор нам дает. То есть в идеале должно быть так. Но, соответственно, если отель решает поступить по-другому, с ним уже будет все равно разбираться в дальнейшем туроператор. И, соответственно, мы тоже будем помогать туристу с этим, если это окажется не так в дальнейшем. Вот, поэтому в идеале, конечно, это все будет туристу оплачиваться. Угу. То есть это не было фактически зараженных или фактически выявленных? Не было у нас таких случаев фактически, да, что там заболели у нас туристы и действительно там остались на 2 недели. То есть пока это только в теории. Больными пробирались домой. Елена, вы как менеджер турфирмы, да, куда бы вы сейчас, в принципе, бы, да, посоветовали бы жителям Твери съездить, например, с детьми, да? Угу. Вы же все равно знаете, да, обстановку и предпочтения. И какую страховку, соответственно, оформить? Вот ваш совет, да, как профессионала. Смотрите, ну, страховку обязательно на всю семью нужно с пометкой о коронавирусе, это обязательно, потому что лечение, например, дополнительное, такое как искусственная вентиляция легких, да, возможное при тяжелом случае, она будет оплачиваться только при наличии страховки более специализированной, да, именно по коронавирусу. А рекомендовать могу сейчас смело Турцию, потому что практики уже много. Вот как, да, нам сказали, что мы летали с детьми, и никаких проблем, в общем-то, там не возникло. И там как бы нету вот этого обязательного теста, который нужно привезти с собой. А все остальное пока, например, в Египте, например, да, который сейчас открыт, но там есть ряд сложностей с тем, что рейсы не постоянные, рейсы могут меняться. Помимо того, проблемы могут быть на месте с тем, как добраться до отеля, то есть очень много ограничений по сей день. Поэтому 100% проверенный вариант, я могу сейчас порекомендовать Турцию. Все-таки на нашем юге сейчас уже прохладно, поэтому вот пока такой вариант, в котором меньше всего ограничений и контроля, и возможных последствий в том числе. А как у вас сейчас обстановка с зимними турами? Много желающих? С зимними турами пока только интересуются на Новый год, да, куда с семьей, с детьми. Но, опять же, мы сейчас пока не рекомендуем бронировать заранее тогда, потому что может поменяться обстановка. Опять же, у нас могут снова ввести карантин, этого никто не исключает, поэтому, соответственно, в связи с этим может и тур отмениться, да. Поэтому мы рекомендуем сейчас подождать, и если хотите на Новый год, то бронировать, ну, с конца октября, начало-середины ноября, чтобы уже было как-то наверняка понятно, какая у нас тоже в стране будет обстановка, не ведут ли снова карантин. А так пока интересуются, но бронировать мы сами пока не рекомендуем. Можно я дополню немножечко? Угу. Да, вот, я туроператор внутреннего туризма,
тоже не только туроператорская деятельность у меня реализуется, уже пошли на отказы на октябрь. Вот мы ждем группу 3-4 октября. Все выходные октября уже забронированы, уже формируются группы. Сегодня буквально мы созванивались до вашего эфира с представителем Москвы, и он говорит, ну, Люба, что делать? Люди потихоньку, особенно сейчас же вышло, ну, не постановление, а рекомендации мэра Москвы Собянина о том, что людям за 65 лучше остаться дома. И уже потихоньку начали сдавать путевки, уже потихоньку начали отказываться. Хотя, казалось бы, пока что это даже все больше, наверное, на уровне слухов и страхов, нежели какой-то реальной ситуации. Но небольшие потери, они уже пошли. Что там будет дальше, вот я Елену поддерживаю к октябрю, к ноябрю. Пока про новогодние праздники вообще страшно думать. Будем мы с работой в новогодние праздники, мы гиды, мы туроператоры внутреннего туризма. Турция Турцией, но у нас другие тут интересы. Это большой вопрос. И страх, как и весной сесть в разбитого корыта. А у вас обычно перед Новым годом много, да, желающих? Ну, новогодние праздники, это, наверное, одно из тех самых лучших времен, когда можно заработать. Это действительно так. Знаете, как у Филиппа Киркорова ЧОС, так и экскурсоводов тоже. Поэтому, естественно, всегда очень большой наплыв на майские праздники, на новогодние праздники. Люди начинают бронировать. Вот уже у меня сегодня бронь пошла на январские праздники групп. И причем гораздо раньше бронируют. Уже масленицы бронируют в это время. Какие там новогодние праздники. Я про внутренний туризм говорю. Но что будет в этом году, совершенно непонятно. Да, я могу сказать, что сравнение с тем годом люди были гораздо смелее в плане бронирования на будущее, на полгода вперед. Сейчас, конечно, очень заметно, что люди насторожены, люди пока боятся, просто узнают потихонечку, но конкретно бронировать пока не готовы. Да, даже боятся вносить туроператоры предоплату, московские, петербургские, вот, допустим, опять же, Тургут крупный в конце октября, они боятся вносить предоплату. А вдруг нас сейчас всех посадят, и мы, внеся деньги, потом не сможем их отдать, потому как очень сложно потом у отеля обратно забрать. Или транспортная компания не предлагает перенос, потому что у них-то этих денег тоже уже, скорее всего, нет. Уже потрачено. Да, коммунальное хозяйство и все остальное. А возвращаясь опять же к вопросу, да, возврата денег. Забронировал человек тур, да, на Новый год, решил отказаться. Смотрите, ну, в общем-то, скорее всего, ситуация будет такая же, как была до этого. Туроператоры в большинстве своем предлагают перенести, то есть эта сумма остается, на, грубо говоря, да, за туристом. Но предлагают возможности, например, на весну, на другую поездку перенести эти средства. С возвратами была и есть по сей день большая проблема, потому что туроператоры тоже не справляются с количеством возвратов и всегда стараются перенести как-то, да, может быть, туриста переуговорить на какое-то другое направление, может быть, или попросить подождать до времени, когда все-таки. А если переносят, можно сразу вопрос? А если переносят, фиксируют сумму в рублях или в иностранной валюте? Потому что мы видим сейчас, что происходит с валютой. То есть я купил там за 50 тысяч, допустим, тур, да, а через полгода я на эти 50 тысяч на 3 дня только смогу купить. Перерасчет по курсу валюты на текущий момент идет, то есть когда происходит новое бронирование, идет перерасчет на текущий курс валюты, то есть возможно будет и доплата. То есть переносится бронирование. Вопрос на... Нет, вопрос, да, допустим, я в мае купил за 50 тысяч тур на неделю, да, все вот это произошло, и я хочу в следующем году, в мае, мне будут считать из расчета 50 тысяч или из расчета евро, сколько евро стоил тур в мае? Вот. Смотрите, сложный вопрос, потому что такого переноса прямо на год вперед не было. Давайте на полгода, да, потому что у нас и за два дня может измениться ситуация в корне. Смотрите, если это касается вопроса, у вас как было 50 тысяч евро, да, так и останется 50 тысяч евро. Я в рублях платил 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей, да, смотрите, если у вас было 50 тысяч рублей, а тур, допустим, стоил в евро, да, соответственно, вам нужно будет доплачивать, если курс поменялся. А, доплачивать. Да, да. И если вы платили в евро, соответственно, понятно, ну, может платили, быть, да, потом и фиксируется. Да, да, соответственно, а потом приезжайте в Тверскую область, у нас все в рублях. Да. А как ценник, кстати, в Тверской области? Поднялся после вот всплеска или просто простое? Мы должны тут рассматривать две позиции. Позицию туроператора, который формирует тур, и позицию частного экскурсовода, который принимает частных людей.
Некоторые коллеги подняли стоимость, это честно могу сказать. Но опять же, с учетом того, что индивидуальная экскурсия не стоит больше 5000 рублей за экскурсию, не за человека, то, в принципе, эти колебания, может быть, не особо значительные. Отели не подняли свою стоимость. Некоторые транспортные компании что-то там как-то вот попробовали это сделать, но, опять же, всегда можно обратиться туда, где дешевле. Поэтому такого вот, если вы говорите про какой-то всплеск, как, например, в Крыму, вы тоже рассматривали вопрос, куда поехать, в Турцию, куда страшно, или в Крым, куда вот, пожалуйста. Опять же, мы посмотрели ценник. И страшно, но и страшно. И страшно, да, потому что не будем про политику. Как это в Крыму, как это сервис в Турции. У меня можно вопрос как туриста, Виктор Константинович, да? Просто до сих пор есть разные мнения, что лучше лететь в Крым, нежели в Турцию. Мы сравниваем с Турцией сейчас, да, потому что в Крыму там наша медицина, там нет вируса, и там все хорошо. А вот турки, они там все больные и прочее. Вы вот как специалист, что можете сказать? Кому верить? Или не, и те правы? Есть нюансы. В Турции туры дешевые, но дорогая медицина. Очень дорогая. Ну, условно говоря, если вы потратили $200 на свой тур, и, не дай бог, заболели чем-нибудь серьезным, ну, даже, ну, пускай, перелом какой-то конечности, вот это обойдется еще примерно $1000. Вот. Лечение там очень дорогое, там нет такой системы государственной медицины. Другое дело, что в Крыму, конечно, государственная медицина есть, ну, как знаете, какая у нас медицина. Вот. Медицина у нас бесплатная, но не очень качественная. Платная медицина тоже некачественная, потому что работают те же самые врачи. Вот. Поэтому, но зато бесплатно. Ну, в конце концов, человек надоело, он может сесть и улететь, да прилететь домой в родной Волочок. Там тоже врачи есть, еще несколько человек осталось. Вот. И будет лечиться, и будет за ними уход родственников и так далее. Потому что в Турции там будет все очень дорого. А вот не дай бог ли в Турцию надо лететь, и вообще в Египет или куда-нибудь, очень здоровым и очень беречь себя. Потому что болезни там тропических сколько хочешь. Но и особо опасные болезни есть, конечно. Вот, например, если Латинскую Америку, без желтой, без прививки, желтой лихорадки соваться нечего. Евгений, а что бы вы, в принципе, посоветовали туристам, да, особенно семейным, собираясь улететь отдыхать в теплые страны, вот сейчас, да, в такой непростой период, на что обращать внимание, к чему быть готовым? Ну, как правильно сказал Виктор Константинович, всегда мы берем с собой такую большую аптечку на все случаи жизни, да, при том, что даже, ну, сам знаешь, какие у тебя есть там хронические заболевания, что, чем можешь заболеть, да, каждый примерно догадывается, потому что если что-то, не дай бог, произошло за границей, очень будет трудно объяснить их фармацевтам, что тебе нужно, да, порой препараты называются таким названием только у нас, да. А так, естественно, быть аккуратными. Ты правильно сказал, в чужой стране, там дорогая медицина, это надо понимать. По поводу Турции. Это лекарства аккуратно... тоже дорогие. Да, лекарства, причем дороже, чем у нас. Да. Аккуратнее с алкоголем, потому что если что-то под алкоголем произошло, то это страховка не покрывает. Да. Как, есть как тоже всегда. Отдельный еще пункт. Я бы сказал, с экзотической есть едой. С экзотической едой, да. Ну, это естественно, быть аккуратным, внимательным. Потому что не все еду эту иностранческую, наш желудок российский принимает хорошо. Какой-то он видит вообще впервые и не знает, как но отреагировать. Да, но, попробовать-то хочет не желудок. Особенно сырая еда, суши вот эти или что-то другое, ну, может привести как минимум к сальмонеллезу, к групповому заболеванию, как у нас было несколько лет назад в Японо-маме. Угу. Вот. Несколько там десятков, сколько человек у нас, 40, наверное, заболело, лежало у нас с сальмонеллезом. Ну, кроме сальмонеллеза можно подцепить все, что угодно. Клептоспиридиоз, например, он не лечится. Если человек здоровый, сам проходит через неделю диарея, клептоспиридиоз, это простейший, вызывает тип амеб. Вот. А если человек ослабленный с иммунитетом, то может закончиться очень плохо. А, Виктор Константинович, и такой насущный вопрос, да, как не заболеть коронавирусом, как себя защитить? И как его, собственно, распознать? Распознать его очень сложно, потому что клиническая картина похожа на обычное ОРЗ. В принципе, это ОРЗ и есть. Большая группа заболеваний острореспираторных вирусных инфекций.
Вот. Но если сравнивать с гриппом, то гриппе, при гриппе очень короткий инкубационный период, там сутки, максимум 3. Здесь инкубационный период до 12 дней. Вот. И грипп, цикл в течение его 5 дней. Первый день максимальная температура, потом она потихонечку падает. Вот. И еще при гриппе первые 2 дня заложится носа. При коронавирусной насморк сразу есть, но очень незначительный. И еще, конечно, при гриппе быстро воспаление спускается вниз, появляется продуктивный кашель, то есть мокроты. Здесь же кашель долгое время сухой, надрывный, человек не спит. И несоответствие клинической картины, которая стекловидная, как говорится, зеркопневмония небольшое, но очень тяжелое поражение легких, в смысле, может развиться выпад в легких, там жидкость может быть. Отсюда дыхательная поверхность уменьшается, человек задыхается, все, поэтому вот приносится. И, конечно, если при гриппе летальность составляет, смертность, точнее, летальность составляет 0,1%, смертность это на 10 тысяч населения рассчитывается, то при коронавирусной и сейчас пока 2-3% достаточно высокая. Ну, и еще такой маленький момент, которым не говорят. Дети практически не болеют, и курильщики тоже болеют редко. Почему? У детей нет еще этих рецепторов, не развитые рецепторы, за которые вирус цепляется, а у курильщиков они просто заняты. Нет, я не пропагандирую курение. Они уже больны, но другие. Уже всем захотелось. Вот. Ну, а пожилые люди болеют, потому что у них иммунитет уже изношен, сопротивляемость низкая. Вот. И еще, как бывший главный иммунолог города Твери, скажу, что просто у нас врачи не умеют пользоваться иммунокоррегирующими или переиммунными препаратами для коррекции иммунитета. Ну, соответственно, есть такой приказ, что эти препараты имеют назначение, имеет право назначать только иммунолог. Иммунологов у нас мало. Вот. А чем себя защитить, да? То есть вы как... Ну, вот уже о масках говорили. Маски в общественных местах надо, конечно, одевать. Где скопление людей. Ну, расстояние от человека до человека. На воздухе маски совершенно не нужны. Кислород воздуха лучше всего работает. В отношении перчаток. Ну, полный, извините меня, бред. Потому что создаются тепличные условия под этими перчатками. Микробы размножаются со страшной скоростью. Вот. И человек потом снимает перчатку, вот как я несколько раз уже чесал нос, вот, он думает, что руки-то чистые, а на них колоссальное количество ядовитых микробов, которые были созданы в тепличные условия. Вот он нос почесал, лицо почесал, ну и минимум какую-нибудь заразу типа фурункулеза, фурункулеза или что-нибудь получит, в том числе и какую-нибудь вирусную инфекцию тоже может быть. Взять. Поэтому вот, руки надо просто-таки мыть перед едой, после туалета обязательно. Ну, если нравится носить перчатки, носите. Но у тебя когда вы сняли, помойте руки. Перчатки не защищают 100%. И они вообще-то вот так вот на улице, они, в общем-то, не нужны. Кислород воздуха окисляет все. Я говорю, что в болоте рыбы не живут, кислорода нет. А в реке, да, чем больше скорость реки, тем больше насыщенный кислородом. Ну, соответственно, воздух также. А что лучше убивает вот эти вот коронавирус, да, вот эти бактерии? Вирусы все-таки мыло или антисептики спиртовые? Вот тоже такой насущный, сбитый вопрос. Я так и понял, что сейчас это вопрос будет. Хотел сказать, что лучше всего убивает водка. Нет, водка недостаточно, концентрация 40 градусов. Концентрация спирта должна быть примерно 60 градусов. Поэтому вот антисептики, они все на основе изопропилового спирта, который, между прочим, ядовитый, если распылить достаточное количество в помещении, то он относится к химическому оружию и может вызвать острую почечную и печёночную недостаточность. Ну, там концентрация очень небольшая, пахнет спиртом. Да, у нас были такие случаи. Это примерно в 2003-2004 годах продавались канистры, написано 95%. Вот там было на изопропиловом спирте еще антисептик, я забыл название, говорить, потому что могу ошибиться. Вот люди просто пили этот спирт, в результате развивалась острая почечная печёночная ситуация, достаточно много людей погибло. Вот. Мыло, да, пожалуйста. Мыло прекрасно все дезинфицирует. Не обязательно антисептическое.
обязательно. Там щелочное в основном хозяйственное было, прекрасными свойствами дезинфицирующего обладает. Оно щелочное, а щелочи микробы не любят. Микробы и вирусы тем более. Ну, вот как-то так. Это была программа «Тема дня». Мы обсуждали вопрос, стоит ли ехать отдыхать в теплые страны или же выбрать тур по родной стране, или же вовсе посмотреть красоты нашего региона. Также мы поговорили о том, какие меры предосторожности стоит соблюдать, какие туры сейчас актуальны. Нашими гостями в студии сегодня были менеджер по туризму, это Елена Асина. Экскурсовод, который встречает гостей уже у нас в регионе, Любовь Репина. Врач-инфекционист Виктор Константинович Макаров. И турист, недавно вернувшийся из Турции, Евгений Корчагин. Меня зовут Валерия Королева. Всего доброго.